Сейчас мы находимся в районе улицы Баляева. Здесь находится избирательный участок 740. И здесь голосует традиционно один из самых известных творческих людей Владивостока. Народный артист России Владимир Сергеяков. Здравствуйте. С каким настроением идете голосовать? Ну, это настроение можно выразить несколькими строчками одной очень хорошей советской песни. Забота у нас такая, забота наша простая. Жила бы страна родная, и нету других забот. А вы всегда голосуете? Да, всегда. А почему? Ну, потому что меня так воспитали. И потому что, ну, я всегда из детства, в детстве мне говорили, что ты гражданин, ты гражданин, ты гражданин. А вы помните свои самые первые выборы? Да, конечно, это был, когда я служил в Советской армии в 69-м году. Это назывался День демократии. То есть можно было спать сколько угодно, не ходить на завтрак, на обед. Но в 6 утра уже все были на избирательном участке с гитарами, с песнями. И таким образом проходило голосование. Но сегодня не в 6 утра вы голосуете? Да, у меня сегодня нет спектакля, нет репетиции, поэтому я решил устроить тоже День демократии и пойти после обеда. Ну что, идем в избирательный участок? Идемте, конечно. Итак, избирательный участок. Владимир Николаевич предъявляет паспорт. А скажите, а вы давно определились с выбором своего кандидата? Очень давно. Соблюдаем тайну голосования. Ну все, самый главный момент. Лицевой стороной вниз необходимо класть. Вот сейчас уйдет, да? Смотри, блядь. Оп. Итак, голос Владимира Сергеякова ушел. Ольга Сумкин, Александр Малыгин и Владимир Николаевич Сергеяков. Панорама. Ну вот.